Уважаемая Эбигейл, с прискорбием сообщаем, что ваш двоюродный дед ушел в мир иной. Не знала, что у мамы был двоюродный дед. Вы становитесь единственной наследницей Эхо Вельмана. Класс! Местные считают, что в доме привидение. Там когда-то пропал мальчик. С тех пор дом пустует. Прости, что напугал. Называй меня Каспер. Злой дракон-призрак по имени Юта запер меня в зазеркалье. Нужно дождаться следующего полнолуния, когда в подвале появится потайная дверь. Пожалуйста, Элизабет, мне нужна твоя помощь. Мой клиент – лицо влиятельное. Он заинтересован в приобретении Эхо Вельмана. Теперь это собственность банка. Выметайтесь! Надо что-то делать. Мама не позволила бы сдаться без боя. Я в деле. Добро пожаловать в отряд страшил. У нас ордер на арест имущества. Я выпью вашу кровь! Это он. Путь к первому испытанию. Давай-ка еще разок. Теперь у всех есть коробочка, в которой есть ответы на все вопросы. А люди смотрят на картинки с котами. Ты нас не остановишь. Мы слишком далеко зашли. Каспер. О, его прям как будто потрогать можно. Хватит тыкать в меня.